Пушкина в гипермаркете «Ашан» пришли с очередной проверкой. В принципе, за час мы нашли три тележки, не очень хорошая продукция, тут, к сожалению, только одна. Тут у нас чистящие средства, крема. Крема, кстати, просрочены больше, чем на год. Также большие проблемы с фруктами и овощами, много гнилого. В общем, мы чистим, и когда мы закончим чистку, завтра можете приходить, покупать, потому что все будет свежее, хорошее. Мы сняли комет со сроком годности в год. А барабанная дробь, угадайте, какого он года? Он 13-го года. То есть срок годности закончился еще в прошлом году, в сентябре. От 7 апреля 15-го. 7 апреля этого года его должны были снять. Этого не сделано, поэтому мы отправляем это сюда же в корзиночку. Мы стали звездами, потому что мы окружены. Нас реально со всех сторон преследуют. С той стороны женщина не в форме, но она, видимо, тайный покупатель. Она следует каждому нашему шагу. Сзади охранник, и они сменяются еще друг к другу, потому что они, наверное, думают, что мы что-то украдем или сделаем что-то плохое. А мы делаем благие дела, мы помогаем им очистить магазин от плохих продуктов. Вот, поэтому мы боимся отсюда выходить, потому что кто знает, что нас ожидает в другом ряде. Всем добрый день, значит, срок годности истек, как раз сегодня его должны были отсюда убрать, но этого не случилось, и мы видим, что вот это все с истекшим сроком годности, и мы еще пролезем вот сюда, и увидим, что и здесь что-нибудь осталось. Вот, 17, 10, 14, короче, для этого, для всего нам нужна даже отдельная тележка. Вот так вот весело. Мы не знаем, на самом деле, девочки, как решать такую проблему, потому что во всей креманке данной фирмы, если хорошо присмотреться, в одном и том же месте по две дырки. Видите, вот тут вот манка везде выходит. Срок годности абсолютно нормальный, то есть как бы тут проблем никаких нет. Но почему абсолютно на каждой упаковке две симметричные друг другу дырки, из которой выходит вся манка, мы не знаем, но мы обязательно спросим у продавцов, и, возможно, они дадут ответы на наши вопросы. В общем, в принципе, все охранники и все продавцы достаточно милые. Хоть нас и окружили плотное кольцо, слова нам плохого никто не сказал. И администраторы нам не совсем выдают, они говорят, где. Но мы идем на пункт, чего там? Обслуживание клиентов. На пункт обслуживания клиентов. И мы будем просить, чтобы произошло... А чем это пахнет? Что включили газ, чтобы нас убить. Да, мне тоже так начинает казаться. Давай формируй комиссию по списанию. Сейчас идем наш. Безумно милый дяденька, очень приятный. И как вы видите, проблем никаких с утилизацией не возникает. Сейчас мы идем в подсобное помещение и будем делать утилизацию. Две упаковки перловки на сумму 200. До этого момента был товаром, а теперь все. Вы добились своего, молодцы. Друзья, мы закончили наш рейд,
который продлился фактически 3 часа, мы нашли целую тележку просроченной продукции, но несмотря на то, что была целая тележка, в принципе, в гипермаркет Ашан, который находится в мегацентре Горизонт, вы можете спокойно идти, потому что тут на самом деле люди, которые работают, они правда утилизируют продукцию, они правда списывают, ну, были какие-то недочеты, но мы надеемся, что больше такого не повторится. Поэтому спокойно приходите, вас ждут только свежее, все только хорошее, никаких просрочек не будет. В общем, если у вас возле дома, в вашем районе есть магазины, где вы замечали недобросовестную продукцию, есть какая-то просрочка, проблемы с нормами хранения, то пишите нам, в нашей официальной группе ВКонтакте, Трюши против, и мы обязательно пойдем проверим магазин, очистим его, и вы спокойно сможете ходить.